Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами Роман Выстаров. В эфире программа «Ставрополье сегодня». Тема нашей программы на сегодня – это социальная защита населения. И подробнее обо всем мы поговорим с нашим гостем. Разрешите представить, министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Иван Иванович Ульянченко. Иван Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Иван Иванович, ну давайте начнем с основного. Какие задачи перед министерством ставит сегодня губернатор края? Губернатор края, как всегда, ставит перед нами задачу. Основная задача – это, конечно же, помогать людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Оказывать им материальную помощь, оказывать людям содействие в трудоустройстве, увеличивать и улучшать качество социального обслуживания населения. Вот основные задачи, которые ставит перед нами губернатор. Ну, вот теперь мы с вами, наверное, поговорим по отдельности, ну, в течение программы. По каждому направлению. Но вот хотелось бы еще отметить, сколько средств сейчас выделяет краевая казна на социальную защиту ставропольцев, а потом уже как раз перейдем, как они расходуются. Вы знаете, вопросы оказания социальной защиты и предоставления мер социальной поддержки являются приоритетными направлениями в работе и губернатора, и правительства Ставропольского края. Если говорить о бюджете в целом, то бюджет у нас социально ориентированный на протяжении последних лет. Если говорить об объеме финансирования, который выделяется на предоставление мер социальной поддержки, то в бюджете 2019 года на предоставление мер социальной поддержки предусмотрено 15,5 миллиардов рублей. То есть это очень большая сумма. И в подтверждение этому, что губернатор и правительство уделяют первостепенное значение этому направлению, говорит тот факт, что в рейтинге субъектов, а у нас 85 субъектов, Ставропольский край занимает 7-е место по финансовой обеспеченности мер социальной поддержки. Это достаточно хорошее место в рейтинге субъектов. Если поконкретнее говорить, то у нас в крае предоставляется 81 мера социальной поддержки, 34 из них это за счет средств краевого бюджета. Если говорить о том количестве людей, которые пользуются мерами социальной поддержки у нас в крае, то оно достигает порядка 900 тысяч человек. То есть практически каждый третий житель нашего края, он получает меры социальной поддержки. Ну, что это за категории? Это, конечно же, семьи, которые воспитывают детей, это ветераны, это инвалиды, это граждане, пострадавшие от радиации, это жертвы политических репрессий, ну, ну, вот, всего около 900 тысяч человек. Ну, скажем, по основным сейчас давайте с вами пройдем. Семьи, то есть это многодетные в первую очередь семьи, там от трех, наверное, и выше детей, которых в семье... Какая у них идет выплата? То есть как строится вот социальная поддержка? Вообще у нас предоставляется 14 видов мер социальной поддержки семьям, которые воспитывают детей. Если говорить о многодетных семьях, то у нас в крае принят специальный закон о мерах социальной поддержки многодетных семей, в соответствии с которым они и получают меры социальной поддержки. Что это за меры социальной поддержки? Вот. Ну, в первую очередь, это ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Эта выплата, она предоставляется взамен ранее предоставляемых в натуральном виде мерам социальной поддержки. Дальше выплачивается ежегодно компенсация на ребенка школьного возраста при подготовке его к школе. В законе предусмотрены меры социальной поддержки, такие как при рождении третьего и последующего ребенка, который родился с 1 января 2013 года, выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для ребенка до достижения им трехлетнего возраста. В законе предусмотрены меры социальной поддержки, такие как компенсация
за посещение детского садика многодетным семьям до 70% компенсируется. Вот. Кроме того... Про детский садик. Получается, на каждого ребенка, то есть первая одна сумма, когда идет уже второй ребенок, вторая сумма, и на третьего ребенка до 70% компенсируется. Вот. Кроме того, многодетные семьи, они могут получать ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет. Они могут получать государственную социальную помощь, то есть материальную помощь. Они могут заключать социальный контракт на оказание помощи этой семье. Они могут пользоваться жилищными субсидиями, то есть получать компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Вы сказали по минимальному окладу, прожиточному минимуму. То есть прожиточный минимум касательно, это считается на ребенка прожиточный минимум? Да, на ребенка. А на ребенка. И он каждый год, он устанавливается постановлением правительства Ставропольского края. Еще такой вопрос. Ежегодно все федеральные выплаты индексируются? В крае у нас работает эта система? Конечно же, и в крае работает эта система. Последние 3 года меры социальной поддержки, они индексируются. Они индексируются на уровень инфляции. В 2019 году также меры социальной поддержки были проиндексированы на 4,3%. И здесь бы хотелось отметить, что если федеральные льготы были проиндексированы с 1 февраля текущего года, то наши краевые меры социальной поддержки, они были проиндексированы с 1 января. То есть с 1 января этого года все наши получатели мер социальной поддержки, они начали получать выплаты уже в повышенном проиндексированном размере. Вот в мае этого года президент России подписал указ, в котором среди национальных задач на ближайшие 6 лет обозначена такая, как повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Что делается в крае для продления активного? Вы знаете, ситуация в крае складывается положительным образом с продолжительностью жизни. То есть последние 5 лет у нас в крае отмечается увеличение продолжительности жизни наших граждан. Вот. Конечно же, и органы социальной защиты не стоят в стороне от этого важнейшего направления. Социальными службами проводят работа, и мы ставим задачу, чтобы по максимуму людей, граждан пожилого возраста, привлечь к активной жизни. Вот. Мы при наших учреждениях социального обслуживания населения, а они у нас созданы во всех городах и районах, то есть 32 центра социального обслуживания населения, мы открываем кружки там, художественной самодеятельности, университеты третьего возраста, мы открываем спортивные секции, вот. Мы внедряем программу социального туризма. Вот. То есть наши пожилые граждане с помощью социальных работников, они посещают исторические памятные места на территории Ставропольского края. В последнее время мы очень активно сотрудничаем с Академией здорового образа жизни Василия Александровича Скакуна. Вот. У нас открыты в 15 филиалов по территории Ставропольского края, где созданы 21 группа, вот, в которой люди занимаются по методике Скакуна. Мы обучили наших социальных работников у Василия Александровича, вот, и теперь они проводят эту работу. И популярнейшим направлением и пользуются вот эти созданные группы здоровья. Кроме того, мы перестроили и работу центров социального обслуживания населения и уделив особое внимание медицинской составляющей. То есть у нас сейчас во всех центрах социального обслуживания населения, во всех наших стационарных учреждениях у нас открыты физиокабинеты. Мы во всех стационарных учреждениях открыли стоматологические кабинеты. Вот. Мы внедряем услуги по массажу, мы внедряем услуги по грязелечению. Вот. И эту работу, конечно, мы будем продолжать и дальше. Вот мы говорили с вами о продолжительности
жизни. Вот. Я бы хотел сказать вот, на примере наших учреждений. Вот. У нас 20 стационарных учреждений, в которых проживает порядка 4500 людей пожилого возраста и инвалидов. Вот у нас средняя продолжительность жизни в учреждениях составляет 79 лет. А два геронтологических у нас центра в городе Ставрополе и в поселке Иноземцево, там продолжительность жизни вообще составляет около 82 лет. То есть хороший показатель. Мы считаем, что это хороший показатель, и те действия наших социальных служб, те направления в работе, наверное, они подтверждают правильность этой работы. Ну и дальше мы ее, конечно же, будем продолжать. Ну вот сразу возникает вопрос, как можно попасть в эту программу, вот, чтобы пройти вот, по всем, скажем, пунктам, что нужно сделать? Ну, во-первых, желание нужно. И просто-напросто обратиться в Центр социального обслуживания населения по месту жительства, где подскажут, какие мы имеем возможности, какие у нас кружки, секции работают. То есть это все бесплатно? Вот. Это все бесплатно. Это приятный момент, что есть возможность. Вот, кстати, коснемся того, что наш край – это аграрный, значительную часть ставропольцев – это селяне. То есть сельская местность. Статистика утверждает, что в среднем они живут на 2 года меньше. Что мне казалось всегда вот странно, почему бы, чем горожане. Насколько селяне сегодня доступны, селянам доступны социальные и социально-медицинские услуги? Вы знаете, действительно существовала проблема с оказанием социальных услуг жителям сельских территорий, вот, особенно в отдаленных. Мы по поручению губернатора, конечно же, проанализировали ситуацию с социальным обслуживанием в сельских районах. И перед нами была поставлена задача по максимуму охватить социальным обслуживанием все населенные пункты. На сегодняшний день у нас охвачены социальным обслуживанием 98% населенных пунктов нашего края. Конечно же, мы в работу стараемся внедрять формы, которые бы были приемлемы для социального обслуживания населения, и они были эффективны. Вот хотелось бы сказать о двух формах таких. Вот. У нас во всех центрах социального обслуживания населения созданы мобильные бригады. Что это за суть этой мобильной бригады? Группа специалистов, куда входят юристы, социальные работники, психологи, медицинские работники. Они по графику выезжают в отдаленные населенные пункты и оказывают в комплексе социально-бытовые, социально-психологические, юридические услуги, социально-медицинские услуги гражданам, которые нуждаются. Очень эффективная форма. И очень она востребована. Или другая форма, которую мы внедрили, это санаторий на дому. То есть не у каждого человека в силу своего состояния здоровья, вот, в силу отдаленности, от там, невозможности посещать санаторий, даже и финансовые трудности, что да, здесь и скрывать. Вот. Вот санаторий на дому выезжают, мы закупили портативную аппаратуру, выезжают специалисты, оказывают в течение курса, да, там 10 дней, 15 дней, вот, в зависимости от назначения, они оказывают этому человеку социальные услуги. Массаж, физиопроцедуры, психолог работает с ними. И вот такая служба санаторий на дому, она очень востребована, особенно среди вот, жителей отдаленных наших населенных пунктов. У нас вообще вопросы, связанные с улучшением качества социального обслуживания и изменение вообще само отношение к этому направлению, оно закреплено и в национальном проекте «Демография». Есть региональная программа «Старшее поколение», в соответствии с которой вот и организована работа именно для
жителей, проживающих в сельской местности. Вот. Мы по этой программе в этом году приобретаем 26 автомобилей. Будет создано дополнительно 26 мобильных бригад, которые будут именно обслуживать жителей сельских наших населенных пунктов. Кроме того, Ставропольский край в число 12 субъектов вошел в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода. То есть меняется сама система в социальном обслуживании. Если раньше мы брали на обслуживание только тех людей, которые к нам обращались по личному заявлению, то теперь вот система долговременного ухода, она вообще меняет сами подходы. То есть мы теперь вместе с органами здравоохранения, мы должны, социальные службы, должны выявлять именно людей, которые нуждаются в социальном обслуживании, нуждаются в получении реабилитационных услуг. То есть человек приходит в поликлинику, его ставят там в какой-то реестр специальный, да? Если он приходит на прием к врачу или участковый врач посещает его на дому, и медицинские работники видят, что этот человек, он нуждается в постороннем уходе, то нам передают эту информацию, и наши службы социальные разрабатывают вместе с медицинскими работниками программу по сопровождению этого человека, и мы начинаем с ним работу и сопровождаем его до достижения определенного какого-то результата. Мы с этой целью... То есть это такая не разовая акция. Приехали один нет, раз и нет, все. Абсолютно. Это определенный период, на который будет рассчитана программа по оказанию долговременного ухода этому человеку. В рамках этой программы, извините, старшее поколение, мы открываем в населенных пунктах пункты проката реабилитационной техники. Вот. Мы обеспечиваем наши службы соответствующим оборудованием и медицинским, в том числе, оборудованием вот, для оказания эффективных услуг. Вот. Для людей, которые больны когнитивными расстройствами, вот, мы открываем отделение дневного пребывания, в котором будут проходить реабилитацию люди вот, с этим заболеванием. В настоящий момент мы уже открыли два таких отделения в Новоалександровском районе и в Будённовском районе. И до конца года мы еще планируем открыть 6 таких отделений. То есть вот те меры, которые предпринимаются, они, конечно же, все это межведомственные мероприятия вместе с органами здравоохранения и ставят перед нами одну единственную задачу. Это, конечно, продлить активное долголетие жителей нашего края, ну и в целом Российской Федерации. А вот вы сказали выездной санаторий. То есть там какая-то есть периодичность, то есть лимит, скажем того, или это не регламентируется, то есть по состоянию человека вот приезжаются. Нет, они проходят курс. То есть врач назначает через определенное время, да? Как 5. В санатории. Вы же не ездите в санатории каждый месяц, да? Ну, да. Ездите там раз в год. Вот. То есть раз в год человек может претендовать на получение услуг вот, нашей службой в санатории. Это на регулярной основе все-таки идет, там раз в год какая-то периодичность есть. Но это шанс человеку укрепить, поправить свое здоровье. Здоровья, провести там обследование какое-то. Вот это тоже одна из мер, которая направлена на увеличение продолжительности жизни. Ну, знаете, в городах, наверное, немного попроще, потому что здесь под боком и лечебные учреждения. Вот. А в населенных пунктах, когда до райцентра порой и тяжело-то и добраться, вот, и каждый день ездить, это и затратный механизм. Вот. Поэтому мы акцент делаем, конечно же, на оказание вот таких социальных услуг жителям в отдаленных населенных пунктах нашего края. Но для многих, наверное, все-таки считается, что жители сельской местности,
То есть у них то есть уровень жизни, продолжительность жизни выше, чем городской, за счет того, что там вроде бы свежий, экологический, чистый воздух. На свежем воздухе, да, продукты с грядки, как говорится. Но оказывается, что нет. И труд-то тяжелый. И домашнее, это играет большой фактор. И домашнее хозяйство. Вот, и не всегда, наверное, люди находили время для того, чтобы пройти там вовремя диспансеризацию, узнать, какое свое состояние здоровья. И мы же всегда начинаем, наверное, вспоминать и медицинские службы, и социальные службы, когда уже что-то пропипикает. Да. Какой-то сигнал. Какие социальные услуги оказываются детям? В том числе и с ограниченными возможностями здоровья. У нас в крае 17 учреждений, которые оказывают социальные услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и семьям, воспитывающих детей. Если говорить об оказании услуг детям-инвалидам, то вот я просто приведу цифры такие. До 2014 года у нас в крае только две организации, два учреждения, они оказывали реабилитационные услуги детям-инвалидам. Это в городе Ставрополе учреждения и в районе Кавказских минеральных вод, поселке Подкумок. То есть это было очень неудобно. Большая очередность на получение этих услуг. То есть детей инвалидов со всего края свозили, приезжали они в Ставрополь или в Подкумок для прохождения реабилитационных услуг. Вот. Губернаторам была поставлена задача по максимуму приблизить оказание реабилитационных услуг детям-инвалидам к месту жительства. И мы вот за три года во всех у нас в центрах социального обслуживания, а их 32 у нас, вот, были открыты отделения по реабилитации детей-инвалидов. Вот. Мы приобрели необходимое оборудование. Вот. Мы оснастили необходимыми методиками, технологиями наших специалистов, проучили их. Вот. И вот в результате мы выполнили и поручение в том плане, что приблизили прохождение оказания реабилитационных услуг по месту жительства. Мы пошли дальше. Вот. У нас социальным обслуживанием на дому все время пользовались только инвалиды или граждане пожилого возраста. Но у нас есть дети, которые в силу своего здоровья, ослабленного иммунитета, они не могут выходить, выходить из дома для того, чтобы посетить учреждения даже в районном центре на получение реабилитационных услуг. Вот. И мы создали уже на сегодняшний день в 11 территориях, она называется «Домашнее визитирование», это служба, в нее входят там специалисты ОФК, в нее входит массажист, в нее входит логопед, психолог, и в комплексе, вот как бы они получали эти услуги в стенах учреждения, вот, на дому они получают эти реабилитационные услуги. Очень востребована эта служба, и родители благодарны. И мы не только оказываем реабилитационные услуги ребенку, но мы обучаем и родителей, чтобы они и дальше до следующего цикла получения услуг, они занимались с этим ребенком. Мы открыли у нас в крае 21 службу по присмотру и уходу за детьми-инвалидами. То есть у каждой мамы не с кем оставить, допустим, ребенка-инвалида. Но ей надо решить какие-то свои домашние дела, вот, какие-то свои вопросы порешать. Вот наши социальные работники, они выходят и на безвозмездной основе они оказывают такую услугу, как присмотр за детьми-инвалидами. Мы очень активно в этом направлении работаем с фондами всевозможными, всевозможными фондами. Вот есть у нас такой фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вот. Через программу мы получили гранты на сумму где-то порядка 80 миллионов рублей в край дополнительно. Это дало нам возможность приобрести оборудование, приобрести технологии, технику, обучить наших специалистов. То есть это очень такое большое подспорье в развитии помощи, которая оказывается детям-инвалидам. А вот вопрос такой. Жизненная трудная ситуация.
Что это за категория такая? Кто попадает под эти категории? Люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации. То есть есть семьи, находящиеся в трудной жизни, там дети, это... Это делится или это все-таки... Вы знаете, есть и семьи... Что это такое вообще? Трудная, ну, трудная жизненная ситуация. Сейчас многие, может, посмотрят, и они не понимают, может быть, действительно, вот они сейчас тоже находятся в трудной жизненной ситуации, но этого не понимают, что они могут пойти все-таки и... Ну, трудная жизненная ситуация – это ситуация, когда человек нуждается в посторонней помощи. То есть тяжелое материальное положение. В семье не складываются отношения с детьми. Вот. Это тоже трудная жизненная ситуация. Я даже не мог подумать об этом. То есть, допустим... В семье кто-то из родителей работает, доход маленький, то есть, там, допустим, 3-3 детей, это тоже можно считать, что на всех, скажем так, не хватает, это тоже как... Ну, вообще по законодательству считается, что если доход семьи не превышает прожиточный минимум, то эта категория, она относится к категории малоимущих семей. Mm-hmm. Если гражданин один проживает, и у него тоже доход ниже прожиточного минимума, вот, то он тоже относится к категории малообеспеченного. Какие документы нужно собрать, куда пойти, как работает вся эта схема, вот механизм? Ну, допустим, многодетные семьи. Вот давайте так по отделам все-таки. Многодетные семьи. Какие документы, допустим, необходимы? Как эта вся процедура проходит? Ну, если говорить о предополучении мер социальной поддержки, то эти функции у нас выполняет Управление труда и социальной защиты населения, которое работает у нас в каждом муниципальном образовании. Вот для того, чтобы получать меры социальной поддержки, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения или обратиться в многофункциональный центр. Да. И в этих службах скажут, какие необходимо предоставить документы. Мы стараемся, конечно же, от людей по минимуму брать документов. То есть всю недостающую информацию мы запрашиваем по межведомственным запросам там, где это возможно. Если человек желает получить услуги социальные, вот, то есть стать на социальное обслуживание, то ему необходимо обратиться в Центр социального обслуживания населения по месту жительства. Если человек есть желание оформиться для проживания в стационарное учреждение для граждан пожилого возраста и инвалидов, то обращаться необходимо в Министерство труда и социальной защиты населения. Вот еще касательно социальной помощи. Такая ситуация, смоделирую. Допустим, мама в декрете. И все-таки хотелось бы еще чем-то заниматься, вот какая-то помощь есть. Так она не работает сейчас, и все равно денег не хватает, но она готова что-то делать. Вот есть какая-то такая помощь, может быть, в виде грантов, там, выплат? Ну, вы знаете, я бы так, если мама находится в отпуске по уходу за ребенком, то, наверное, основное назначение – это воспитывать ребенка. Вот. Но у нас есть форма, которая очень популярна среди жителей нашего края. Это оказание государственной социальной помощи через заключение социального контракта. Вот. Это новая форма, она у нас была внедрена в 2014 году. Но только на территории нашего края действует? Нет, она действует и в других субъектах, но только в самой различной форме. Я скажу по нашему краю. Вот. Значит, право на получение, на заключение социального контракта имеет семья, у которой доход ниже прожиточного минимума, то есть находится в трудной жизненной ситуации. Этим может воспользоваться и одиноко проживающий человек. Вот. Но
опять же, он должен относиться к категории малообеспеченных, ну, находящихся в трудной жизненной ситуации. То есть мы заключаем социальный контракт, но это не просто мы его заключили, этому предшествует разработка программы этой семьей или этого человека. То есть суть ее заключается в чем? Что государство оказывает финансовую помощь, а семья или определенный человек, он сам ищет пути выхода из этой трудной жизненной ситуации. То есть мы, заключив социальный контракт под программу, которую разработал или семья, или человек, это самые различные направления. Это на развитие, может быть, личного подсобного хозяйства, то есть приобретение животных, птицы, там, строительство парников, овощи выращивать или цветы выращивать. Вот. Другое направление – это на открытие собственного дела. То есть кто-то человек там захотел открыть станцию технического обслуживания или там по обслуживанию. У кого какая тяга и у кого желания какие есть. Вот. Мы можем заключать социальный контракт и с семьей или там с мамой, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, но в силу каких-то обстоятельств она планирует выходить на работу. То есть она выходит на работу, мы заключаем социальный контракт и за счет этих средств оплачивает там няню или частный там детский сад. Вот. Основное, конечно, вот направление, по которым заключаются социальные контракты, это, конечно же, на развитие вот личного подсобного хозяйства. Где-то порядка 80% вот заключают именно под это направление. Но самое интересное, ведь это очень эффективная форма. Мы проанализировали, и из всех заключенных социальных контрактов, а мы на сегодняшний день заключили порядка 480 социальных контрактов, и материальная помощь, которая оказывается по социальному контракту, она достигает там, до 50 тысяч рублей. Вот. Так вот, мы проанализировали, и около 60% тех, с кем мы заключили социальные контракты, они перестали относиться к категории малообеспеченных, вот, и вышли из жизненной трудной ситуации. Дается возможность, ну а люди уже сами, скажем так, развиваются дальше. Ну, не случайно и в послании Федеральному собранию президент Российской Федерации, он говорил о заключении социальных контрактов и дал поручение правительству Российской Федерации с 2020 года повсеместно внедрять вот эту форму и взять финансирование какое-то определенное и за счет федерального бюджета. То есть эффективная форма. В зависимости от того, что человек планирует, чем планирует заниматься, сумма помощи, она растет, увеличивается, не увеличивается, или она неизменна? То есть какая нет, есть? Она меняется, но максимальный размер, который может человек получить, это 50 тысяч рублей. То есть если выплачивают и 30 тысяч рублей, то есть в зависимости от того вида деятельности, которую выбрал человек, и что он предлагает в программе. В этом году пожилые ставропольцы в юном возрасте, пережившие Великую Отечественную войну, почувствовали особое внимание краевой власти в связи с принятием закона о детях войны. Сколько человек уже получили удостоверение и денежную выплату у нас в крае? Вы знаете, это было одно из важнейших решений, которое правительство Ставропольского края, губернатор, приняли у нас в крае. Я просто напомню, что вот около 12 лет на самых различных уровнях решался вопрос по определению статуса детей войны, ну и соответствующих мер социальной поддержки. И вы правильно сказали, что в декабре прошлого года у нас был принят наш краевой закон о детях войны. Всего под действие этого закона попадает порядка 155 тысяч жителей Ставропольского края. Вот. На сегодняшний день мы выдали удостоверение и выплатили единовременную помощь этой категории граждан в размере 5000 рублей 153 тысячам жителей нашего края, которые имеют удостоверение и статус детей войны. Вот это один из самых приятных моментов. Все-таки стали уделять большое внимание.
И мне бы здесь хотелось отметить, что ведь было принято решение у нас по законодательству, по федеральному, если человек имеет несколько мер социальной поддержки, то он получает ее только по одному основанию, по выбору самого получателя мер социальной поддержки. Так вот, у нас закон о детях войны, он принят для всех, независимо от того, получают ли они меры социальной поддержки по другим основаниям. То есть всем выплаты. И выплаты эти будут осуществляться не только в 2019 году, они будут и в 2020 и последующих годах. Иван Иванович, спасибо вам огромное, что пришли. Дорогие телезрители, я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Иван Иванович Ульянченко. Программа «Ставрополье сегодня» подходит к концу. И в продолжении вы увидите на контроле у губернатора, где как раз и показано, как работает программа о детях войны. По данным Министерства труда и социальной защиты населения края, в настоящее время на Ставрополье проживает около 173 тысяч граждан, относящихся к категории «дети войны». Большая часть из них уже пользуется тем или иным видом государственной поддержки. Между тем, установление официального статуса «дети войны» для многих до сих пор остается принципиально важным вопросом. Татьяна Ефимовна Горбунова, педагог, сейчас на заслуженном отдыхе. Родилась в селе Грачевка, в самой обыкновенной семье рабочих. В 30-е годы прошлого столетия страна Советов только начинала развиваться. Повсюду строились элеваторы, железнодорожные станции, вокзалы. Их-то и приехали возводить родители нашей героини. Здесь, в Грачевке, маленькая Таня вместе с братом, сестрой и мамой пережила Великую Отечественную. Да-да-да-да. Здравствуйте. Вас с праздником, Христос воскресе. Воистину воскрес. Спасибо. Кот ваш? Конечно, такой красавец, его уже сколько снимали. Красавчик. Ловит кого-то? Крыс. Еще громадных. Ловит? Так он молодой, ему только 2 года. Дружок, это он... Хочет, чтобы его полоскали. Ну, вот сейчас. Он вас не вымажет? Да, вымажет, ничего страшного. Что он. Ах ты, красавчик. Отпускаете его с цепи? Да, иногда отпускаем, но так... Ну, ты мой сладенький. Проходите. Мы сейчас справа зайдем. Руки помойте. А то, что этого дружка... Да, ничего страшного. Нет, все равно. Такой, что привыкший. Ух, у вас как пасхой пахнет. Ага. Ну, проходите вот там. А я уже здесь. А да, там, да. Ух, это вы все напекли. Да все. И коллеги, и подруги. Все. Когда началась война, нашей героине было всего 5 лет. Но картинки этого времени навсегда остались в ее памяти. До военного времени, мне кажется, что я себя не помню. А вот... Когда уже папу вели, ну, их из военкомата, вели к у нас военкомат в Грачевке, в западной части села. А станция железнодорожная в середине, в центре. Ну, вот, выходит так, с запада вели сюда, и мы бежали. И, ну, не так уж много их было из села. Угадывали своих родителей, тем более они каждый в своей одежде были. А потом, когда уже из Ставрополя отправляли, мы с мамой ездили, там уже было не узнать. Все в одинаковой форме, их много. Помню только вот это высокие деревья, как в том фильме, когда деревья были большими. Это ж тополя, этот, каштаны. Ну, а как в войну жили, как все. Всяк бывало. Но еще, знаете, хорошо, что мы не голодовали. Потому что у нас был элеватор,
потому что там хоть какие-то отходы сметали, а потом дома по зернышку перебирали. У нас у соседей была мельничка вот такая, что крутят два это, камня жернова. У нас, значит, брат старше меня с 32-го года. Он у нас был за отца. Такой, ну, мама, естественно, что на работе. Вот, вот с ним мы, значит. А сестра младшая меня с 40-го года. Когда война началась, ей еще 7 месяцев не было. Ну, и так, всю войну. Папа, значит, у нас служил это, в Персии. Там стояли наши войска. Он рядовой, ездовым был. Он так любит лошадей. Вот он так и всю войну и проработал. И до войны на элеваторе работал на лошадях. И после войны. Вот, но в 74-м году его не стало. Умер. А так, я говорю, я не скажу, что вот мы вот, ну, чрезмерно почувствовали, ну, тяготы, что ли, потому что за мамою, с родной мамою. Это вот горе тем, кто оставались. Но ведь все равно детства не было. Ну брат, конечно. Брат за старшего, то есть. Ну, какое детство? У нас была фуфайка на троих. После войны Татьяна Ефимовна поступила в педагогическое училище. Потом была работа в школе на востоке края. Там вышла замуж, родился сын. А после окончания института в 1961 году вернулась в родные места. Более 40 лет Татьяна Ефимовна учила русскому языку и литературе сельских ребятишек. Вывела в жизнь 4 выпускных класса. В 2018 году одним из регионов России, где был принят региональный закон о детях войны, стал Ставропольский край. С 1 января 2019 года гражданам, подходящим под эту категорию, выдаются специальные удостоверения, дающие право на льготы при социальном обслуживании. Я так рада, наконец-то вспомнили про нас, детей войны. Почему? Я не соглашусь. Что... Я понимаю, что долго это обсуждается, но почему? Всегда... Не знаю, мне кажется, мы всегда о своих родителях всегда все помним. Хочу ж похвастаться, что получила удостоверение. Это, хотела сказать, ветеран труда. Можно, дети войны. Да. Читала я, значит, в одной газете. Я газету получаю. Называется «Кавказская неделя». Вот в первом номере в одном, где я впервые прочитала вот это, об этом, что будет удостоверение даваться, что только... Вне очереди там в поликлинику или еще что-нибудь. В общем, никаких благ не обещали. А еще пришел номер. Там так было написано. Вопрос будет решен. Ну, насчет материальных каких-то, значит, поощрений. А конкретно там не было еще. И больше я нигде ничего не встречала. Пожалуйста, можете объяснить, как будет решен вопрос? Мы когда принимали это решение, когда мы... вводили такую категорию в Ставропольском крае, мы точно знали, что в любом случае вопрос материальных благ нужно будет решать. Но все зависит от экономики, от тех достижений экономики, которые есть. Мы изначально предполагали, что в 2020 году мы уже заложим и планово будем все выплачивать, то есть в следующем году. Но сегодня мы видим уже, что возможности бюджета достаточно для того, чтобы и в этом году принять такое решение. Вчера заседание правительства прошло, мы приняли решение о том, что мы выделяем денежные средства и ориентировочно с 1 июня по 1 августа все люди, которые попали в эту категорию, получат единовременно 5000 рублей. Поступление налога на прибыль в бюджет Ставропольского края идет более высокими темпами, чем ожидалось при планировании бюджета. Но вот просто для сравнения, за первый квартал у нас поступило 36% от годового плана. То есть позволяет уже с уверенностью сказать, что действующий план по доходам налога на прибыль будет перевыполнен, что позволяет, собственно говоря, определить именно этот вид налога источником для осуществления выплат детям войны в Ставропольском крае. Все, что мы делаем, это за счет роста экономики края и, соответственно, за счет поступления доходов в бюджет. С
сирень. А, вот. А вы набирали пятилепестки? Пятилистники. Вы кушали в детстве, нет? Нет, я как-то. А у нас Грачевки не было. Там да? Соленая вода, там пока вот не провели, ну, уже вот воду. Годы, да, воду. Мы вообще, я не знаю, как мы даже и пили, и что мы пили. Ладно. Ну ладно. Спасибо вам большое. Ну, поехали. До свидания. До свидания. Счастливо вам. Перепалите. Хорошо. Ага. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Мы хорошо нарастили бюджет. Сегодня мы вот буквально за 3 месяца понимаем, что у нас есть доходная часть, которая превышает расходную больше, чем на 800 миллионов рублей. Конечно же, эти деньги, поверьте, нуждаются все в них. И школы, детские сады, и все что угодно. Но мы вот эту выплату будем сделать ежегодно, и будем ежегодно ее обновлять. Татьяна Ефимовна, ну вот губернатор рассказал вам про выплаты детям войны, да. Которые теперь будут каждый год. Да. Вот как считаете, эти деньги, они пригодятся? Чего на них купите? Конечно, пригодятся. Куда потратите? Да найдется куда потратить. Почаще бы платили. Спасибо вам большое, здоровья вам, счастья и с наступающим праздником. Спасибо. И вам также. Всем. Спасибо. Все закончилось или еще?